С начала года в регионе 114 человек обратились за помощью к врачам после укусов клещей. Было установлено, что все пострадавшие находились на природе, на дачах или в садах. Напомню, что через клещи распространяются различные вирусы, что приводит к инфекционным заболеваниям. При этом специалисты-эпидемиологи региона разъяснили меры защиты от клещевого энцефалита. Заболевание характеризуется острой интоксикацией, лихорадкой, также поражение центральной нервной системы и до развития паралича. В основном высокая температура, тошнота, рвота и боли в области мышц. Отправляясь на природу, стоит меры личной гигиены. Одежда должна прилегать плотно к телу, должна быть закрытая, с длинными рукавами, с штанами, и то есть на голове должна быть головной убор с панамой либо платок. Если вдруг укусил вас клещ, то не стоит его трогать руками, нужно взять либо пинцетом или ниткой, по возможности положить его в банку и отправить в лабораторию для исследования.